В Центральном парке прошла зарядка в стиле ушу для всех желающих. Зарядка в стиле ушу на свежем воздухе прошла в Люберцах впервые в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». Тренировочным процессом руководили чемпионы мира Исмаил Алиев и Наталья Голоухова. Спортсмены рассказали участникам об основах китайского боевого искусства, а также продемонстрировали базовые приемы и техники. Сегодня организовали такое мероприятие, это, так скажем, больше она как зарядка, и, соответственно, познакомиться с таким видом спорта, как ушу. Это, получается, древний китайский вид спорта. Он разделяется на ушу и ушу санда. Я представляю, санда – это боевая техника, ну, где применяются руки, ноги, борьба. Это очень динамичный, быстро и мало травмируемый вид спорта. Нам очень нравится сина! Офигенная песня Пепу Петру!